во-первых, я очень рад. И действительно, для меня это сегодня, где мы присутствуем, если кто сегодня здесь первый раз, для меня это такое историческое место, где мы сегодня с вами находимся, потому что это место, где выступали... Девочки, уже пошел материал такой литературный. Место, где мы сегодня сидим и выступаем. Здесь, наверное, выступали весь авангард и все очень интересные музыканты нашего города, прекрасные. И которые, вы знаете, как не отпетые мошенники, а вот ночные снайперы. Вот ночные снайперы, никогда не забыть. Вот я когда посмотрел у Виктора съемку, они были такие молоденькие, я думал, что я их открыл, потому что я думал, в Чаплин-клубе открыл их я, когда они были еще никто. Я говорю, девчонки, у вас обалденное большое будущее. Ну, а сейчас они собирают стадионы, а мы при своих, не об этом. И в общем, я когда их посмотрел, как и Биллис Бен тоже в Чаплин-клубе выступали, я тоже, я говорю, ребята, у вас большое... И Ленка Ваенга у меня пела дома на кухне. Я говорю, Ленка, у тебя большое... Вот кому я все сказал, у всех стадионы. Деньги, стадионы, квартиры, и уже сейчас подумывают, что о строительстве в других странах. Неважно. А мы как бы остались при своих, но это не важно. Но зато какие свои, да? Не в этом дело. И, в общем, я про это место. И когда мне вот Виктор показал, значит, вообще, кто у него здесь выступал, для меня это было большое открытие, вот где мы сейчас как раз с Сашей составляли репертуар, что вот там на кухонке, на маленькой, пел песни свои Виктор Цой. И, ну, это было для меня это вообще, то есть, такое открытие. Мы с ним были знакомы, ну, шапочно так, потому что я был еще студентом Гитника, а он уже был кино. Так вот, по эту историю, которую я сейчас вам расскажу, никому никогда и не рассказывал. То, что я сейчас вам расскажу. Не знаю, как вы будете ее резать, как вы будете ее отрезать, не знаю. Я студент ЛГИТМИК, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. По-моему, первый курс, актерско-режиссерский курс, учился я 5 лет у шведа, у Исака, который вот недавно ушел в мир иной. И у нас работал в учебном театре, по-моему, Маховая 35, работал такой парень. И, в общем, мы на него смотрели. Однажды и мы делали спектакль «Бал воров» по Жану Аную. И, в общем, мы как-то пришли, а мы уже, знаете, актеры. Ну, какой актер еще, студент? Я говорю, ну что ж ты там не прибил-то? Вот гвоздик-то не туда вбил на этого парня. Ну что ж ты? Он говорит, вы знаете, Юра, мне... Я не вбил этот гвоздик, потому что я не спал. Я не спал. Мы всю ночь репетировали до утра. Я говорю, да, как интересно. И что, где вы репетировали? Ну так, знаете, типа вид сверху, что называется. Но мне самому было интересно. Монтировщик говорит, ну у нас такая группа кино. Я говорю, кино, как интересно. А что у вас там с кино-то? Он говорит, ну вот у нас группа, ну кино. Я говорю, вот мы кино, вот мы закончим театральный институт. И вот это мы кино, мы актеры, а вы кино. И вдруг я увидел этого басиста у Сережи Курехина в БКЗ. И у меня волосы, а у меня были длинные волосы, в ней они действительно встали. И это был один из лучших бас-гитаристов нашего города, где он только не играл. Не знаю, где он сейчас. И он у Шевчука играл, и у Курехина, и, конечно же, у Цоя. Это что-то невероятное. И вот я это к чему? А подрабатывал в учебном театре. Тема к сегодняшнему вечеру. Мы могли бы собрать стадион с Сашкой. Понимаете? Вот. Но мы пришли сюда. Я очень тронут, что сегодня вот в связи с такими у нас событиями, которые происходят в стране, наша могучая кучка нашего города, она существует, и я этому очень-очень рад. Хочу сказать, что сегодня со мной я попытаюсь спеть свои песенки, которых я очень редко выношу на большой круг нашего зрителя, телезрителя, потому что кроме песни «Ухта, мы вышли из бухты», так получается, что никто не знает, знаете, но ее даже поют в караоке, если кто не знает, ее в караоке поют. Даже я, ну, думал, что только рюмка водка на столе. Вот, но оказывается, еще и мою вот эту песенку поет. И поэтому вот те вещи, которые мы сыграем сегодня для вас, это вещи, которые мы действительно, ну, они, скажем так, это, как это сказать, это когда хорошее настроение, это когда весна, это когда солнышко, вещи, вот эти я их так называю, потому что они даже не песенки, а какие-то вещи, потому что я отлично могу ее положить с собой и увести, как и гитару. Так и эту вещь. Почему?
Я беру с собой блокнот, переделываю, перечитываю свои же те же стихи и что-то переделываю. И может моя вещь, то есть песенка, зазвучать совершенно по-другому в другом городе. И это прекрасно. Я думаю, боже мой, еще одна. А на самом деле это одна и та же. Вот. Товарищи, представьте, пожалуйста. Я знаю. А, приподняться? Как это? Нормально? Товарищ очень необычный, я очень обожаю молодых, когда работаю на сцене. И в 2010 году я набрал курс, и этот курс я выпустил. Я. В этот курс мы выпустили вместе с моими друзьями, и все остались работать в театре эстрады. Не бойтесь это слово совершенно не опасное. Некоторые говорят, ой, эстрады, шутки, юмор, дивертисменты, прибамбасы, фокстроты. Нет, это совершенно другая эстрада на сегодняшний день. И, ну, если кто видел, тот я вижу несколько лиц знакомых, поэтому понимает, о чем я говорю. И в 2014-м они выпустились, работают уже 6 лет профессионально в театре со своими идеями. И, ну, мало того, что я набирал, чтобы это были особо интересные люди с каким-то, ну, обаянием, с каким-то навыком чуть-чуть, не только что умели рисовать и фотографировать, ну и, конечно же, обладали чувством ритма. Это очень-очень важно для меня. Ритм, он должен, он внутри, это с ним рождается. Можете, я редко это делаю, можете проверить. Вот вас как зовут? Елена. Леночка, очень приятно, Юра. Да, очень приятно. И я обычно так говорил, каким не только инструментом владеете, но и как связана ваша жизнь вот с ритмом в жизни, это очень важно. Но потом требовал повторить какие-то моменты ритмические. Если хотите, я могу на ком-то продемонстрировать это. Это не относится к тому, что мы сегодня делаем, хотя время идет. Ладно, поехали, пока так. Значит, это молодой актер нашего театра Александр Алексин, ему отдельно аплодисменты. Мимо только не играй. Пошел мимо играть. Ладно, тема. По улице Перовской иду из папироской, пальто надел, накидку несу домой халву. Стоит погода прелесть, стоит погода роскошь, и свой весенний город я вижу наяву. Тесна моя рубаха, и расстегнул я ворот, и знаю безусловно, что жизнь не тяжела. Тебя я позабуду, но не забуду город огромный и веселый, в котором ты жила. Припев. Вы зря смеетесь, одним дыханием это практически не взять. Серьезно, полно серьезно. А забыл второй куплет. А не вспомнил. Испытанная память, она моя по праву. Я долго буду помнить речные катера, сады и Лагин остров, и Невскую заставу, и долгими ночами прогулки до утра. Мне минуло полвека, ведь песня не допета. Я многое увижу, но помню с давних пор профессоров любимых и университета. Холодный и веселый, но длинный коридор, выпев. Проснулся город гул, летят трава и стреска. Мне не лгу, поверьте, как год свинь знаком. Каждый переулок, каждый дом на Невском, Московский, Володарский и Выборгский район. А девушки суровые для парня молодого написаны с любовью, особенно весной. Гулять саду на родома, готовиться готовы. Ношу их телефоны, я в книжке записной. Мы, может, постареем и будем стариками. На смену нам другие, и мир другой шумит. Но будем помнить город, в котором каждый камень, любой кусок железа, навеки знаменит. Припев. Ru 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 ру 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 ру
Сорнёк. Сашко Олексин. Да, ну вот, а вот такие вещи, которые, значит, мы сейчас поем одной из этих песенок. Значит, познакомившись очень давно с Женей Гришковцом, мы как, так же вот так вот как-то вот мы посидели, я посмотрел его «Как съесть собаку», посмотрел еще «Молодежки» у Семена. И как-то вот познакомившись, я говорю, а вот какую-то бы нам пьесу. Как-то вот так прошли годы. И он говорит, слушай, говорит, Юр, потом мы встретились через Ниночку. Я специально, я тоже говорю, потому что вы говорите, я говорю. И он говорит, посмотри пьесу «Дом». И я эту пьесу прочитал, мы вместе. И я говорю, ну, конечно, она не как бы не в нашем контексте нашего театра, но мне она очень понравилась. И вот она драматическая такая роль и пьеса. Я говорю, Жень, а что, если мы в эту пьесу поставим несколько вещичек, сочиненных, извини, конечно, нами, и мне будет очень приятно. Он говорит, ну, давайте попробуйте. И они, например, прилетели из Калининграда вместе с папой и с мамой с его, которые 17 лет не были, или 18 в Питере. И после спектакля подошел ко мне папа и сказал, это не Женя написал, это вот как бы вы, говорю, да. Он говорит, мне такое ощущение, что это написал Женя. Это вот такая похвала большого, для меня было бы такое большое удовольствие и радость. И этот спектакль мы играем, и Женя смотрел два раза, и мне это очень приятно. А вот песенки с этого спектакля, их там три, но я спою, попробую две. Цвет. Желтый свет к разлуке, белый холодит, синий свет глубокий, твое сердце спит, ты меня не греешь, меня не зовешь, что ж, мое сердечко, ты не разожжешь. Голубой, кто я? Я ничего не говорю.
Вторая. Дом. Она такая... Ти-ти-ти-ти. Можно домик построить, можно домик сломать, можно все перестроить разом, можно подарить все или все продать, можно быть самым быстрым и последним. Можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, только здесь ищи ответ. Можно быть самым громким, оторвать всех от дел. Или быть самым сильным, ловким, или толпе сказать однажды, что ты преуспел. Или с моста ночью прыгнуть, по карнизу пройти, обойти всю планету разом, но себя на той планете так и не найти. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, только здесь ищи ответ. Говорит, жизнь прекрасна, если жить вновь начать, то, наверное, прожил бы так же, но себя ты не обманешь, можно лишь предать, но себя ты не обманешь, можно лишь предать, но себя ты не обманешь, можно лишь предать, но себя ты не обманешь, можно лишь предать. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там темно, там света нет. Там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет. Нет, нет. Мне в ложу бы с тобой, дружка. Кабы мне всегда нами скучно жить, кабы мне всегда бы с тобой дружить. Удалился б я бы, может, боль по косту, струбил бы там с малиной откос. С малиной косы с кругла брегна, прорубил бы в нем только три окна. Пусть одно окно да на белый цвет, а вторую пусть на маковый цвет. А третье окно да по стенке той, да по стенке той, что на дереве той. Стал бы я тогда только там сидеть, да всю жизнь открой на тебя смотреть. Стало бы мне тогда бы не скучно жить, стал бы я тогда в целый мир любить, любить. А, каподастрик? Хорошее дело, каподастрик. Давай перед каподастриком.
перед Каподастриком. Наша любимая? Да, что там? Ну, давай попробуем. Это, знаете, в свое время, я когда эту вещичку через WhatsApp, да, называется WhatsApp, через WhatsApp выслал своим друзьям, они даже там плакали, потому что имена и фамилии не изменены, и это действительно были вокальные инструментальные ансамбли, которых в свое время и брали моих друзей, и меня. Ну, короче говоря, жизнь такая интересная. Ну, получилось, что это не помешало, а другое помогло. Вокально-инструментальный ансамбль «Самородки». Мимо сыграешь? Нет, не здесь, дальше там. Да нет, не здесь, дальше там. Не в этом месте, если правда. Если вы не заметили, я мимо играл с самого просто, начала. Да ты забыл, ты просто забыл. Да ты просто забыл. Это в центре. Друг мой, старый друг, как ты брожишь? Где ты, с кем и что? Ты сейчас поешь. Помнишь, как на танцах зажигали рок? Ты вторым пел голосом, а играл как бог. Сейчас правильно. На басухе Юрка пил, Лёшка жал сольник. Я ритмачи автор был, блин, Лебедев кумач. Самородка в четверо, местные петлы. Нот мы все не знали, парни слухачи. Это ставка из Битлз, на всякий случай, мало ли что кто вдруг не знает. И все вместе. Let's go. Хоп. Hey, hop. Вместе. Хоп. Можно повторить, можно повторить. Хоп! Хе-хоп! Можно повторить еще раз? Хоп! Хе-хоп! Да какие там плюсы-минусы? Пели все в живяк. Если кто лажал из нас, барабан был в такт. Делали гитары, слушали винил. Микрофон был рижский, он всегда фанил. Держи еще раз. Бальзам, да. Вот это особенно шестерочка. Да? Джинсы сами шили, кто нас видел, шок. Водку мы не пили, только портвишок. Пиджаки в полосочку, волосы до плеч. Все хотели, девочки, ой, в койку к нам залечь. Это койка уже. Старый друг, как ты, брат? Боимся, спугнем пока.
что я должен был сказать. Раз, у меня есть такие штучки. Да, попробуем? Да. Ну давай. Получится, думаешь? Думаю, да. Мы же репетировали. Не знаю, кто репетировал. Вы сказали, чтобы я ночью все репетировал. Я уже отрепетировал. Свою уже давно. Так. Ты цыганскую это вот перед этим, да? Это песня написал, которую я ее в поезде написал в Сапсане. Из Санкт-Петербурга в Москву. И что-то как-то пробило. И, в общем, короче говоря, через 3 часа песня была написана. Но это редко бывает. Для кого-то, может быть, это не песня совсем. Но для меня она в поезде все равно оригинальная. За 3 часа. За 15 дней в свое время у нас было 15 городов каждый день концертов в Израиле. И вот нас сопровождал очень интересный человек, фамилия его Рабинович, звали его Лёва, как в анекдоте, Лёва Рабинович. И он был друг Юрия Владимировича Никулина, и он показывал видео ВХС, где действительно Юрий Владимирович у него был на дне рождения, выступал. Ну, правда, очень интересный человек, что-то 10 раз у него был инсульт, бывший тренер по борьбе, но очень такой веселый человек. И он: «Ёлочка, ты знаешь, мне же вообще уже давно нельзя пить, я ведь не пью. Ну вот ты знаешь, вот вы приехали, я...» Он же в Натании живет, я с удовольствием с вами немножко выпью, хотя мне только нужно, выпить можно, но вот солнце уже прячусь, я от солнца, знаешь, я уже от жары. И, в общем, он когда выпивал чуть-чуть, ему надо было мало, и он чуть выпивал, вот чуть-чуть раз, и его несло. Сколько у меня было, если бы ты знал, какая у меня была любовь. И вот про одну любовь, вторую, третью, пятую.
Ну, я говорю, Лев, ну столько не ж, ну как ты так? Я говорю, даже книжки нужно писать. Тебе может что-нибудь рассказать про Александра Сергеевича? Я говорю, не надо, я знаю сам. Ну и в общем, и вот когда и он каждый раз, когда немножечко выпивал, а выпивали мы чуть-чуть после спектакля, потому что у нас база была в Натане, и вот, ну, чуть-чуть. И он каждый раз у него вот раз переключался, так знаете, на второй скорости, тумблер, о, и сразу про любовь. И вот. Вот вспоминаю Лёву Рабиновича, ну понятно, что я немножечко приукрасил эти рассказы, но тем не менее, кое из них это правда. И в общем, вот на базе его рассказов возникла такая песенка. Я целую пальчики большой. Пляж мы загораем, в общем отдыхаем. Люда гладит ухо пяточкой. Люда гладит ухо пяточкой. В голове картинка, мы уже с Маринкой посещаем рыбный ресторан. Лобстеры, омары, сельдь, икра, кальмары. Ночью я такой давал кунг-кан. Ночью я такой давал кумкан. Ждем, как чудо лето, подбиваем сметы. Летом все сбываются мечты. И свои билеты покупаем в лето. Мой билетик в лето — это ты. Райку не забуду, ездил к ней в Калугу, грядки ей с укропом поливал. Вечером картишки, винегрет, винишко. До утра я Райку целовал. До утра я Райку целовал. А потом в Одессу заезжал к Инессе. Та говорит, на кухне давай посидим. Будет жарко в море, там тебе лавстори. Расскажу и даже покажу. Расскажу и даже покажу. Ждем, как чудо лето, подбиваем сметы. Летом все сбываются мечты. И свои билеты покупаем в лето. Мой билетик в лето — это ты. После моря горы, реки Косогоры. Там жила угалочка одна. Баньку разжигала, в проруби купала. Заставляла, чтоб достал до дна. Заставляла, чтоб достал до дна. Жду, как чудо лето, прикупил штиблеты, чтобы холостой продлить вояж. Как-то вдруг под вечер все пришли навстречу, и все держали малых на руках. Все держали деток на руках. Ждем, как чудо лето, подбиваем сметы. Летом все сбываются мечты. И свои билеты покупай в лето. Мой билетик в лето — это ты. Это ты. Это... Летом все сбываются мечты. Мама, мы точно. И свои билеты покупаем в лето. Мой билетик в лето. Это ты. Это ты. Это ты. Папа, а кто таки моя мама? Все хорошо, успешно. Я в прошлый раз так же. Самое лучшее место. Да, и вот так же у Виктора в ногах. Мы пока новенькие сейчас пришли, мы уже практически три отделения бахнули. Вот. Я хочу, чтобы вы послушали моего друга, молодого актера нашего театра. Игра это одно, я много видел.
и на своем веку соло-гитаристов, хороших и интересных, и всяких разных, но Сашу отличает ритмическая такая штука, которая сидит внутри. Здесь я говорю, или она есть, или нет. Пока я вспоминаю текст следующей песни, предлагаю тебе взять эту музыкальную паузу. Саша, без рекламы, просто играй. Без рекламы. Казалось тогда, клятву мы дали тогда и были верны ей всегда. Пусть гром, огонь и вода не разлучит никогда. Так и по жизни мы шли, радуясь каждому дню. Но друг однажды сказал: твою я девчонку люблю. Нет, нет, солнце и свет ярко слепил нам глаза, и нас счастливее нет, как нам казалось тогда.
подскажет кто. Трое теней у реки, мокрые от слез глаза. Друга обнял я рукой, желаю вам счастья тогда. Нет, нет, солнце и свет ярко слепил нам глаза. И нас счастливее нет, как нам казалось тогда. Нет, нет, солнце и свет ярко слепил нам глаза. И нас счастливее нет, как нам казалось тогда. Как нам казалось тогда. Как нам казалось тогда. Подавай, папаша. Сейчас серьезная вещь. Она серьезная почему? Потому что она, если кто музыканты, я знаю, таковы все здесь, в большей или меньшей степени, она сложна ритмически и сложна всякими этими шестерки, да? Шестерки, восьмерки. И восьмерки. Если на картах. Как в картах. Ну, я попробую сыграть. Пригласи.
О, да. Моя любимая песня. Самая любимая. Ваша. Я ее учил сегодня. На вокзале вы тогда сказали,
лучше б я поехала в метро. Середина лета, дым от сигареты, пачки не хватало, я вас ожидал. Помню в ресторане, в шумном дымном зале, я с другою точно танцевал. Лето прошло, лето прошло, одни летят и как и птицы. Лето прошло, оно мне и снится. Лето прошло, так всегда бывает. Наше лето в переулках тает, тает, тает. В ушах звенело год. Белые объявляли, пары танцевали, только я сидел, как блудный кот. Середина лета, песни до рассвета, пары расходились кто куда. Я ходил с цветами, вас искал глазами, встретил, не забыл бы никогда, да. Лето прошло, одни летят и как оппоненты. Лето прошло, оно мне и снится. Лето прошло, так всегда бывает. Наше лето в переулках тает, 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 тает. Середина лета растворилась где-то. Растворилось лето, как всегда. Тихо таял вечер, догорали свечи. Может, все приснилось мне тогда. Лето прошло, они летят, как обалдеть. Лето прошло, оно мне снится. Лето прошло, так всегда бывает. Наше лето в переулках тает, тает, тает. Лето прошло, они летят, как обыкницы. Лето прошло, оно мне снится. Лето прошло, так всегда бывает. Наше лето в мире, но осень. Не устали? Нет. Ну, мы уже вот это... Полуночи. Нам уже... Так. Да, осень, да, давайте, осень. Это такая, нет, такая вещь. Значит, предыстория. Была написана на даче у Виктора Моисеевича Крамера, режиссер театра «Фарсы», где я работал после театра «Буфа». Театр «Буф», где сейчас там Гриша Козлов. Мастерская, до этого был театр «Бу», где я начинал, потом «Фарсы», потом «Лицедеи», потом «Утюг», нескромно очень универсальный театр Юрия Гальцева, и сейчас действует уже театр эстрады. Но была написана у Крамера на даче в Финляндии. Чего мне? И вот он поймал две щуки, я не одной. Я так, я говорю, ну и ответку тебе. Ну, в общем... У нас был такой спектакль Виктора Моисеевича Крамера. Все уже стали известными режиссерами, как Миша Вассербаум, Ленфильм, Игорь Копылов, который снял вот «Блокаду» фильм.
Сережа Бызгу, который набрал уже третий или четвертый курс в театральной академии. Очень были сильные ребята. И вот у нас был такой спектакль «Шесть персонажей в ожидании ветра». Мы этим спектаклем ездили весь мир, и это была невероятная история вообще. Хорошее было время. Хорошее было время. Вообще классно. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И... Сначала эта песня про наш прекрасный город, город над Волей Невой. Я как-то... У меня несколько таких есть песен, когда, знаете, в хорошем смысле сжимается сердце. И у меня такое ощущение, что эта песня, ну, она такая какая-то мировая. Какая-то она такая большая, громоздкая, которая должна... Это такой гимн. Волгитники... Я начал писать эту песню, и она у меня растянулась на очень много-много-много лет. А получилось так, что закончил ее совершенно недавно. Mm-hmm.
Сибири наугад парень ехал в Ленинград. Поезд трое суток вез его. Он хотел актером стать, пацанам всем доказать, взяв гитару только и всего. Он встретил Ленинград, стал ему как старший брат, руку протянул ему свою. С той минуты навсегда питерцем он стал тогда, и всегда был предан он ему. Мой Ленинград, мой город снов, с тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе песню пою. Не щадя, но держал удары парень и тот. Был он сторож, дворник был, лед он по утрам долбил, всем он говорил, наступит срок. Он учиться так хотел и в учебе преуспел. Гитник стал ему как дом родной. В стужу холод, ветер, зной, он на курс свой дорогой отшагал 5 лет по маховой. Мой Ленинград, мой город снов, с тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе свою пою. Вот у парня юбилей, снова он в кругу друзей. Он объездил целый свет. Он в Европе выступал и в Америке бывал. Всем он говорил: обалдеть. Вспомним наших мастеров, наших названных отцов, и бокал поднимем за любовь. Сколько мы прошли дорог, да поможет нам всем Бог, чтоб нам аплодировали вновь. Мой Ленинград, мой город снов, с тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе свою маю. Сначала па-да-да-да-да. Город над войной, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Мой Ленинград, мой город снов, с тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе свою пою. Я колыбельную тебе свою пою. Я колыбельную. Спасибо. Ну, в общем, вот так. Ждем. Спасибо, что пришли. И мы рады очень, что мы этим часиком, маленьким часиком подняли вам настроение. Нам очень-очень приятно. А еще что приятно, что вы поднялись. Виктор, к тебе это круто, конечно. Вообще. Надо уже что-то думать. Такие люди выступают. Надо лифт уже, правда. Такой человек под 10. Чтобы раз так поднялись, вообще было бы здорово. Спасибо вам. Да? Ну давайте, вы только немного, потому что у нас это. Ну так, чуть-чуть. А мы не думали, что вопросы. Мы думали, что мы попоем. Ну, нет проблем, задавайте. Парочку. На парочку. Про парочку. Нила Хэппи задает. Здравствуйте. Очень интересно, что.
что дает силы и энергии этому замечательному артисту оставаться всегда на высоте? Что вдохновляет? И знаете, как-то я Маргулису рассказал историю, мы были у него и Жени. Такая история, она, папа у меня очень рано ушел из жизни, Царство Небесное, а я еще, и у нас получилось так, что я выступал в ДК Горького, станция Нарская, и билеты были все проданы. А, ну, как бы вот, перед, всего после того, как мы похоронили папу, прошло всего 2 дня. И вот, вот такое состояние было, что, ну, отменять, ну, наверное, да, наверное бы. Но я вспоминал свои отца, слова своего отца, который все время говорил, чтобы не было, ну вот я уйду в мир. Это очень хорошо, когда дети хоронят своих родителей. Так должно быть, это правильно. И он все время говорил, никогда не печальтесь, если что-то будет, будете вспоминать, всегда что-то смешное вспоминать. Потому что отец был в хорошем смысле такой хохмач, это невероятно. Он был заслуженный строитель Советского Союза. Но он играл на всех инструментах, и поэтому, когда мы вот так же, как у Виктора, сидели в компании, сидели актеры, то все не верили, что Юр, ну ты врешь, что он у тебя не актер. Я говорю, да нет, он строитель. Но они говорят, ну это не может быть. Он народный артист, и как, скажи, в каком он театре работает, мы обязательно ему пойдем. Потому что он играл на всем, и а хохма его была такая, что он играл, так как он был и левша, и правша, я не знаю, есть такое, есть левша и правша, да? Он играл вот так на гитаре, а потом играл вот так. У всех музыкантов одной шок. Тоже. А? На одной тоже. Он как-то раз. Ну, по крайней мере, несколько. И у всех шок. То есть и на аккордеоне и такой был. Ну, такой андроника, знаете, такой самородок андроника. Mm-hmm. И вот когда его, значит, и вот стояли, отлично помню, врачи там, ну, потому что нужно было выходить, а это же не такой спектакль драматический, где там, знаете, роль. А нужно же было смешить, зрители же по барабану, правильно, они купили билеты, 200 был зал, и сейчас он такой же остался. И вот я помню, отлично, я выхожу, все браво, браво, мы тогда были, когда, у меня так, знаете, ведет, и я ни с того ни с сего вдруг спел песню, которую пел всегда отец, вот в самом начале, и это был таким толчком для продолжения этого концерта, спектакля. Все не просто так. Но дает, что дает? Дает силу, знаете что? А дает силу репетиции. Вот как парадоксально, репетиция дает силу. Потому что выступление это уже побочное. Знаете, как мы говорим, как говорил наш вед, учил в сексе, главное не результат, а привкушение. Дают репетиции, очень важно. Знаете, когда вот Виктор меня поймет, как и художник, как и писатель, как и драматург, когда холст, когда ты все сделаешь, красочки лежат, и все. И вот сейчас, как я, как проведу кистью это, понимаете? Так и здесь. Репетиции, они очень важны, потому что получается в репетициях, и ты видишь, это пойдет или нет. На концерте может быть, но если это не проработано, это только когда выпившая компания, банька, лесоповал, и тогда это может пройти. Так не пройдет, это уже проверено. Поэтому только репетиции. Но в выступлениях, если есть уже основа репетиции, то в выступлениях можно себя отпускать. И это есть. Такой есть момент. И везде. Ну, так же и в роли. И таких случаев очень мало. Еще один. Да, любой. Какие песни возникают при взгляде на сегодняшнюю действительность? Реалистичные или же, вопреки всему, жизнеутверждающие? И такой, знаете, и депутат законодательного собрания. Вопрос. Но как вам сказать, вдруг начинаешь перечитывать. Я обожаю Сашу Черного. И вот я начинаешь вдруг неожиданно брать книги. Вот сегодняшний день вдруг как-то вот берешь книги и читаешь классику. Вот ей-богу. Ну, может быть, это я нисколько не приукрашивая сегодняшнюю действительность, но как-то вот читаешь классику, вот ей-богу. Я читаю сейчас Булгакова, из современных читаю, обожаю. Не знаю, Захара Прилепина, как-то вот неожиданно зашел он в меня, рассказы его. Люблю очень поэзию, вдруг, там, не знаю, ну вот как-то вот так. Что-то люблю старенькое, не совсем, не подумать, что я старый. Ну что такое вот а-ля там 70-е, 80-е, 90-е годы, что-то вот перечитывать и журналы, и смотреть, и репродукции, и фотографии вот такого 20 века. Не знаю,
Отбор там был очень серьезный. Сейчас отбора нету. Сейчас все на что гораздо. Хотя молодежь хавает. Я сам молодежь люблю очень, как они. Они очень такие, знаете, мы же доставали это все. Мы же что, через тернии к звездам. А сейчас молодежь заходишь и вообще без проблем. Я помню, мы пересчитывали Довлатова. В Алгитмете давали рукописи Довлатова, перечитывали, Булгакова, вот, вообще было. Роковые яйца, собачье сердце. Чего прятались? А чтобы поехать в Финляндию, это был Ой, не хочу говорить, уж старый. Это на втором курсе театрального института, и мы проходили комиссию, чем занимается Финляндия, что делает, какая экономическая у них это, что делают заводы, торгуют, территории, сколько живет, чтобы поехать в Финляндию. А сейчас в Финляндию, ну, если не сегодняшний день, мы по грибы туда ездим, по-большому. И что в Финляндию? Да ничего. И так же и везде. Сейчас молодежь может везде поехать. Но я об этом много могу говорить, такой. Папа рок-н-ролл. Да. Вот так. Юрий, наш... а раньше носили веретик, а сейчас у вас такая цикантная шляпа. Почему? А, весна. Весна. Веретик — это осень. Это абабр. А это весна. Да, у меня были хорошие учителя. И я о них всегда вспоминаю. Это блокадники наши, ленинградцы. Мне преподавал сын Зощенко, Анатолий Самойлович Шведерский, Исаак Штогман, Любовь Саботовская, которая прошла всю блокаду с сестрой. Невероятные люди были. И поэтому я когда приходил в Саботовскую, она все время говорила: Юр, я вижу по глазам, что ты к фортепиано пока... Я говорю: ну, сигаретка есть? Я говорю: конечно, папироса наберу. И мы открывали окошко, нам было нельзя, она открывала. Я даже бегал еще за одним предметом там. И вот как-то раз так. Так хорошо. Я все время: Любовь Михайловна, расскажите мне. Она говорит: слушай, ну хватит, вот это. Я тебе просто так расскажу. И вот, знаете, это вот мы, они нас считали как за детей своих. И вот это вот ощущение доброты. Как-то у Александра Анатольевича я прочитал в книге, он же тоже там педагог и худрук, но только гуру. И ему говорит: что кнут и пряник. Он говорит: у меня все время пряник. Я не знал, что такое кнут. Я так же, потому что меня воспитывали в любви. Учителя меня любили. Учителя... Я оставался в буфе, мне давали ключи. Я в кабинете спал, ночевал, смотрел телевизор, открывал холодильник. Я звонил друзьям, они приходили, но потом все убирали. И, в общем, невероятная любовь. И та же любовь у меня к моим молодым была, студентам. В общем, они понимают, что я их... Пока они сами не уйдут, их никто из театра не выгонит. Но отбор был крутой. Вот и все. Значит, шо? Театр закрыт пока, ребята. Сначала было до 12 апреля, сейчас до 30. И что-то как-то так, да. Но мы-то ладно, нам Сашка на колбасу хватает. А вот есть некоторые актеры, живут от зарплаты до зарплаты. И вот здесь проблемка. Всем желаю здоровья, господа, милые женщины, дамы. Радости. И самое главное... Папа!